Завершаются работы по ремонту теплосети на улице Гоголя. Данный участок – один из самых крупных в городе. Специалисты меняют 1700 метров труб, а также строят новый участок протяженностью 330 метров до музейно-театрального комплекса. Все это почти вдвое увеличит мощность теплоснабжения. Сейчас вот мы видим, здесь продолжается утепление труб теплоснабжения, закрывают кабель-каналы крышками сверху. Идет обратная отсыпка. Сейчас засыпается крупным щебнем. И в дальнейшем расклинцовка, а дальше уже асфальт. Для города данные работы важны. Эта сеть питает ВВГУ, таможенное управление, улицу Толстого и общежитие на Державина. В целом понимаем, что работы надо оперативно закончить, потому что ливни, которые прошли у нас в городе вот буквально недавно, мы увидели последствия обрушения разрытых участков, повышенные риски обрушения самой дороги Гоголя, сползания. Поэтому сейчас необходимо оперативно засыпать. Закончить эти работы, чтобы в дальнейшем при следующих дождях уже уменьшить вот эти риски по обрушению дороги. После завершения данных работ и асфальтирования этого участка подрядчик перейдет в район фуникулера. Всего в Владивостоке будет отремонтировано свыше 20 километров сетей. Это самые масштабные работы за последние 30 лет. Анна Дьякова, новости на Восьмом.